Физкульт, привет, друзья и ученики! Вы знаете, что у меня действительно много учеников, которых я тренирую вживую, но все же основное количество моих учеников разбросано и живет по всему миру. Я тренирую их онлайн. Как это делать, чтобы не нарушать технику? Мы работаем по видеоурокам, если кто-то новичок. Вот вы видите, девчонки, мальчишки присылают мне свои видео в упражнениях, в которых они сомневаются или хотят проконтролировать себя. Я отслеживаю этот материал, нахожу ошибки, если они есть, недочеты, и мы совместно корректируем технику. Это получается зачастую работа даже лучше, чем вживую. Хотя живую, конечно, не заменить ничем. Тренируются у меня, повторяюсь, и мальчишки, и девчонки. Мы тренируемся по принципу периодизации на все типы мышечных волокон. Чтобы не было подобных техник, как вы видите сейчас, стиль срущей собаки, все об этом знают, да? Чтобы вы не убивали и не гробили свое здоровье, свой позвоночник, мы разработали специальную систему, когда мои ученики снимают себя со стороны на видео и присылают мне в личку ВКонтакт. И так совместно мы отрабатываем их технику. Естественно, всегда, первоначально, во главу угла мы ставим технику. Ибо сохранение и улучшение здоровья – наша основная цель. Тренинги проходят очень успешно. Я доволен всеми своими учениками практически на 100%. Кто серьезно подходит к делу, изучает видео, изучает статьи, а в интернете сейчас очень много любой информации, тот может, снимая себя на видео, я, конечно, ругаю своих учеников за то, что они присылают мне вертикальные видео, но все же мы можем отслеживать технику. При этом мы сами становимся инструкторами. Мы получаем огромное количество знаний. Видео приходят мне отовсюду. Сейчас вы видите девочку из Молдавии, до этого вы видели девочку из России, с Белоруссии, с Украины, с Германии, с Польши. Откуда только не присылают мне видео мои ученики. Живут они, повторюсь, по всему миру. Разбросаны они по всему миру, но все мы хотим тренироваться. Есть ученики у меня даже из Израиля, семейная пара. Есть фитнес-инструктор, которого я консультирую, получает он тоже важную информацию. Но я и сам постоянно развиваюсь, постоянно изучаю все новое. Недавно вышло видео одного уважаемого и умного человека, но все-таки, ребята, ботаник остается ботаником. И теория, пускай даже подкрепленная какими-либо различными исследованиями, всегда остается теорией. Теория без практики мертва. Что такое исследования современные, даже не хочется обсуждать. Они проводятся совершенно некорректно. Не на спортсменах, не на людях, непосредственно направленных, занимающихся той деятельностью, исследование которой теме посвящено. И даже когда кто-то говорит о питании, как исследуется подобное, как проводятся подобные исследования, очень просто, даже просто вас заставляют не есть за 4 часа до сна, на следующее утро вы тоже не едите и на пустой желудок сдаете анализы. Такого не бывает в современной жизни. У нас всегда в животе есть остатки другой пищи. И все это взаимодействует между собой. Но сегодня мы говорим не об этом. Технику можно ставить и по видео. Даже если у вас нет тренера, если вы не работаете со мной или с каким-либо другим онлайн-инструктором, вы можете это делать самостоятельно. Снимайте себя на видео со стороны, сами, или просите партнера, мужа, подругу. Потом, зная технику, а вы ее можете знать, изучить 100% по статьям, по книгам, по видео от профессионалов, вы можете корректировать себя. И повторюсь, это будет гораздо эффективнее, чем работа со многими псевдоинструкторами, выкидышами от бизнес-индустрии, которые сейчас населяют, наполняют, переполняют просто залы.
Люди приходят в зал совершенно необразованные, даже не закончившие институт физической культуры. Но это даже не очень. Самообразование все равно важнее. Но люди не знают даже, как работает какой тренажер. И даже не понимают, что на тренажеры сажать нужно не сразу, потому что тренажеры в основном изолированно воздействуют на мышцы. А нам это не нужно, новичкам. Новичкам нужно и необходимо, я повторяю это, работать в базовых движениях. Потому что в мозгу нарабатываются нервно-мышечные связи. И если вы их наработаете на изолированную работу, вам потом будет еще сложнее отрабатывать базу, те же приседания, становую тягу. Это настолько глупо, и я поражаюсь, как многие умные специалисты не понимают этого. Вот есть такой тренажер, я о нем постоянно говорю, в моем зале он есть, потому что я сам составляю, покупаю оборудование в зал, и всегда мои залы отличаются от любых других. Вот это русские наклоны. Кто вообще когда-либо слышал, что есть такой тренажер? Девочки мои присылают мне видео, как они выходят из положения. Вот, к примеру, тяга горизонтального блока. Можно делать в нем данное упражнение. Можно делать в тяге для вертикального блока. Повторяюсь, когда вы говорите, что у вас нет того или иного станка, это не значит, что вы не можете выполнять любое движение. Даже это движение можно выполнять просто с помощью партнера. Он будет держать вас за ноги, а вы будете работать. Это упражнение крайне необходимо для девочек, потому что, вот видите, то был горизонтальная тяга, а вот вертикальная тяга. Девочка из России была, вот эта девочка из Молдавии. Всегда можно найти выход. Всегда, если мы хотим, мы находим способы. Если мы не хотим, мы найдем миллион причин не делать что-либо, либо вообще не ходить на тренировки. Вы знаете, что у меня проблемы со спиной, межпозвоночные грыжи, протрузии в каждом отделе позвоночника. И пока я лечился у врачей, мне становилось только хуже. Но сейчас, когда я занялся сам этим уже, вы знаете, я приседаю за 200, тяну за 200. Напомню, что у меня есть группа закрытых тренировок, где на каждую неделю выкладываю тренинг для тех, кому лень самостоятельно или нет времени изучать данный вопрос. Каждую неделю вы получаете тренировку, основанную на периодизации, потому что у нас с вами есть различные типы мышечных волокон. Промежуточные, гликолитические, окислительные. И моя группа создана для тех, кто не может самостоятельно составить себе программы тренинга. Друзья, не отчаивайтесь, если нет у вас инструкторов. Станьте себе инструктором, и тогда ваша жизнь наладится. Скажи. Пусечка? Кушать хочешь?